В этом году во всей стране отмечают юбилей Александра Сергеевича Пушкина – 225-летие со дня рождения поэта. Библиотека Пушкина, названная именем русского гения, не осталась в стране и подготовила целый ряд тематических мероприятий. Одно из них состоится уже в субботу, 23 марта. Саровчан приглашают на семейную субботу «Сказка-ложь. Давний намек». За основу интерактивных площадок взяли известные строки Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». Будут и неведомые дорожки. У нас будет настоящий познавательный практикум. Мы поизучаем самые различные следы и попробуем определить, чьи это следы, откуда они здесь взялись. Конечно, следы будут и сказочные, и реальные. Будем в этом разбираться. У нас будет площадка зельеварения, потому что известно из русских сказок, из мифов древнерусских, что Баба-Яга, сказочный персонаж, в то же время еще и была и целительницей. Будет работать площадка «Бродилка кота ученого», на которой ребята смогут попробовать себя в роли котиков, поиграть, попрыгать, поскакать. Также гостей ждут уникум рисовалки и сказочное караоке, лаборатория волшебных историй, мастерилка, русалочье дерево. А откроет семейную субботу большой театрализованный праздник – награждение победителей городского конкурса «Пушкин с нами» в возрастной категории «Дошкольники». Конкурс мы проводили с конца декабря по март, и в нем приняло участие больше 300 человек. Из них 152 – это именно дошколята. Вот дошколят, победителей, мы приглашаем на этот праздник. 20 ребят получат свои заслуженные награды, и уже затем очередной наградой для них станет участие в нашей семейной субботе. На семейной субботе можно будет вспомнить известные сказки Пушкина, встретиться с их героями, окунуться в мир русских народных сказаний и легенд. Интерактивные площадки, творческие мастерилки и познавательные практикумы будут работать с 14:30 до 17:00. Награждение начнется в 14 часов, без возрастных ограничений. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.